А иногда хозяева своим гостеприимством ставят тебя в неловкое положение. Богдан, привет. Слушай, извини, привет. Что так поздно, я за документами. Да ничего, Валер, может, зайдешь? Да неудобно как-то, 2 часа ночи, да и жена твоя меня как-то недолюбливает. Да не выдумывай ты, она у меня гостеприимная. Может, перекусим? Ну, можно. Люда! Люда, просыпайся, Валера пришел, есть хочет! Встаю. Слушай, ну, может, не надо? Да ладно тебе, она любит готовить. Тем более, она весь день спала. А, ну хорошо. У нее просто температура под 40. Люда! Люда, приготовь шарлотку вот эту свою фирменную двухэтажную! Уже готовлю! Слушай, может, пока ждем фотки сынишки моего посмотрим? Ну, давай. Люда! Люда, буди Артемку, пофотографируй его! Валера фото сына хочет посмотреть! Слушай, ну не надо, наверное. Ненавижу дядю Валеру. Люда! Люда, тащи шампанское! Артемка заговорил! Быстрее! Слушай, что ты так жестко ты с ней, а? Да я ее с любовником застал. Да, Валер? Да год уже прошел, что ты постоянно это произносишь?